Всем привет, это Струнадер, и сегодня будет, ну, новогодняя серия, потому что сегодня ровно 31 число, и вместо того, чтобы заниматься хозяйством, пить водку и, в общем, заниматься всяческими вот новогодними приятными делами, я нашелся еще одно приятное дело, это снять серию про Stratocaster Plus, Fender Made in USA. У меня такой условный костюм Снегурочки будет. Вот, а Саша Минакер пошел работать Дедом Морозом, но он мысленно с нами. Вот, значит, собственно, про гитару что? Это американский Fender, по-моему, года выпуска я не помню какого, то ли 97-й, то ли 99-й, что-то такое. В принципе, это такой уже не стандарт, но еще не делюкс. А делюксов, видимо, тогда не делали, но это все можно изучить. Значит, от стандарта отличается наличием локовых колков. Локовые колки. Мне будет сегодня сложно. У меня тут шарики всякие, антураж новогодний. Значит, локовые колки. О, Fender написано. Значит, что еще? Машинка такая вот в две стороны на двух болтах и работает. Значит, датчики малошумящие. Опять все время забываю это дурацкое название. Что-то там Noiseless Sensor, по-моему, они называются. Да, вот тут что-то написано. Но гитара старенькая, тут уже все стерлось. Вот. И вот эта вот хрень такая вот железная с роликами, типа круто, да. И что еще? А, и самое, что больше мне нравится в этой гитаре, это толстущие лады. То есть, по-моему, ни на одном Фендере, там, ни на Делюксе, нигде я таких толстых ладов еще не видел. Вот, гитара эта не продается. Она, как бы, что называется, практически my personal Fender, я его люблю, живу с ним давно, уже много-много лет, и, в общем, в свое время такой основной был рабочий типа инструмент, даже когда я иногда типа где-то выступлял, как это ни странно. Вот, тестировать будем Fender Hot Rod Deluxe с модом в виде розатапы, вот они, ну и вперед, я думаю. Такой струнодерский размашистой игре, там, все время задевая вот эту ручку и вот эту хреновину, но надо как-то себя контролировать. Сейчас я дальше продолжу. Так, вот это... Thank you.
Вот. Ну, так как я гитарист, в общем, такой весьма, весьма условный, и любимое мое занятие — это такой, как это, стиль такой бринчабельный, да, я люблю так с размаху и погромче, вот, то, в общем, вот здесь очень важна в таком случае отдача, да, как вот резонируют разные открытые струны и прочее. Вот этот инструмент это все делает очень хорошо, то есть он так богато, насыщенно звучит. В общем, мне все нравится. Мы сейчас будем тестировать гитару с овердрайвом. Ну, как я уже говорил, Fender Hot Rod Deluxe, он у нас немножко болеет, и драйв на нем не работает, поэтому будем использовать педаль Distortion Pictronics, американская такая педалька с фузом, овером, ну, такая олдскульный такой звук у нее. Вот, ну, я думаю, будет понятно. Собственно, все то же самое, то есть все, опять же, отдает, резонирует, вибрирует, это вздымается и клокочет, и, в общем, по-моему, ничего так хорошо. На этом, я думаю, данный обзор можно закончить. Гитара Fender Strat Plus производства USA. Старенький, к сожалению, таких больше не делают, поэтому либо стандарт, либо делюкс, либо там еще какие-то вариации. Вот. А вообще гитара очень, как это, зачетная.
толковая и хорошая. Вот, на этом я откланиваюсь. Спасибо большое. Пока-пока. Всех с Новым годом. Смотрите нас дальше. И очень надеюсь, что в следующем году мы запустим таки проект с бас-гитарами, над чем мы сейчас активно трудимся. Все, спасибо, что нас смотрели. Еще пока-пока. Thank you.